Чудо не произошло. Экспертиза подтвердила гибель всех трех девочек во время пожара в лагере «Виктория». Начальник следственного управления нацполиции Сергей Шайхет опубликовал эту информацию на своей странице в Facebook. Судмедэксперты идентифицировали останки трех детей – 8-летней Софии Мазур, 9-летней Насти Кулинич и 12-летней Снежаны Арпентий. Последнюю считали пропавшей без вести. Напомню, в ночь на 16 сентября дотла сгорел один из корпусов лагеря «Виктория». Назначаються експертизи, які призначаються як до експертних установ в місті Одеса, а також в місті Києві. Також на даний час можна стверджувати, що проведено три експертизи ДНК, згідно яких всі три дівчинки ідентифіковані.